Всем привет, дорогие друзья, на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу поиграть игру под названием Standoff 2. И сегодня я буду играть дуэль с своими подписчиками. Моджангер М, поздоровайся. Всем привет. Ну а также Крусталин, поздоровайся. Всем привет. Да, подписывайтесь на эти каналы, ссылка в описании, на все мои соцсети тоже в описании. Короче, ребята, я себя в Инстаграме хочу сделать прямой эфир на 1к подписчиков в Инсте. Так что, если что, голосуйте там в сторисе, все такое есть. Да и вообще, в фотках там. Ну, короче, ребята, сейчас не об этом. Сейчас у нас дуэль с моими подписчиками. Будем играть 2 на 1, то есть вы против меня будете. Ну, мы уже договорились, если что. Чего? Ну, давайте, ребята, не будем тянуть. Вот топ-коммент с прошлого видео. Итак, ребят, да, думаю, вы его рассмотрели, так что погнали играть. Ну, они будут на В, а я буду на каком-то там оружии. Посмотрим. Ну что, погнали? Угу. Так, все, играть. Итак, ребят, все, я зашел, погнали. Террористы, я с террористом буду, все равно. Так, берем Дигл, берем АКР-12. Так, Крусталин уже зашел, вижу. И, ой, Бодя зашел, отлично. Моджангер М. Так, ребят, идем в атаку. Надеюсь, вы их нормально слышите, не только меня. Так, минус Моджангер М, отлично. Хоть фокус. Не хочу. Блин, зараза. Так, сейчас будем нормально играть. Фокус. Фокус нет. Ребят, извините, если что, я буду закрывать микрофон случайно. Так что вот так. Вот твою дивизию. Я тебя убью, сейчас встречаю. Тебе хана. Твою мать! Бодя, тебе не повезло. Ой, ё-моё, сейчас будем сливать и сливать, ребят, погнали. Сейчас, ну, звук, можно ты выключишься? У него проблемы там со звуком, ребят. Ну, а вы также, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на все наши каналы и все в этом духе, и на мои соцсети тоже. Подписываться от Альфы не нужно. Твою мать! Ребят, извините за мат, но я не могу без этого мата. у него бомбит в спину, да. И, ребята, он бомбящий школьник. Наверное. Я на зарядке, мама, процент, я еще не на зарядке, бин. Твою мать. Все в салагах. Я только с Крусталином буду, походу, драться. Мне хочется плакать. Ему хочется плакать, ребята. Давайте ему поможем. Отпишемся от Аль. Отпишемся от Моджангера. Что ты сказал? Бодя, я туда Крусталина как бы убиваю, а тебя вообще все равно, ты шо? Бодя, ты его друг. Ты шо? Ты шо? Значит, это слишком мощно начал играть. Отлично. Ребята, валим, пацаны, аниме. Стоп, сейчас дам. Сейчас я тебе как дам. Не надо на пропитание мне давать. Где он? Вот оно! Не надо, не бейте меня, не бейте, люди добрые. Бодя, иди в жору. Иди в жору. Да ты заколебал. С ножа своего, блин. Ага. С кнафа, блин. Я с ножа буду. Не забываем. Так, мне нужно Крусталина хотя бы один раз еще раз убить. Где он? Вот он, ребята, вот оно. Так, подохни. Твою мать, крыса, блин, сзади просто. Хорошая работа. Ужасная работа, блин. Ты меня задолбал. Отлично. Крыса, бомж. У меня тоже нема. Обидно. Что обидно? Ты про нож? Ничего страшного. Главное, чтобы скилл был. Ой, ё-моё! Ой, ё-моё! О, отлично! Чё, как? На, вот так. Ребята, я про. А вы нубы... Ой, извините меня. Да все, я шучу. Ребята, не обижайтесь, подписчики. Не обижайтесь. Я вижу его. Я вижу вот этого домика. Кто это? А, это Крусталин. Привет! Пока. Ой, пока. Я ж тебя попал. Попал, да. Бодя, блям!
Че смешно, у меня бомбит. Ему смешно, ребята, он смеется. Ему смешно. Летит психотерапевт, блин, меня убил. Обидно. Ой, ё-моё. Ой, скример! Так, я уже начинаю сливать, это уже не смешно. Сдохни. Отлично. Мы его в мусорку, ребят, кинули. Давайте его еще раз в мусорку кинем. На самом деле там не мусор. Ух ты, ё! Ух ты, ё, что-то там мне. Отлично. Я Сакар 12 тащер, наверное. Твою мать, крыса сзади просто так взял и все, посадил. Отлично. Давай посчитай, что ты стелился. Что, нельзя целиться? Давай как бы на АВМ тоже целитесь, алло. Да ё-моё. Я кинулоскопом, да, ну ладно. Кинулоскопер, да? Только ты мне там не чеши какую-то дичь. Не неси дичь. Твою... Ну ладно, поверю. Отлично. Бомбящий школьник. 20 кило у меня, пацаны. Блин. Где же этот бодя? О, привет. Да как так? Ну вот так-то. Кстати, а у тебя там какой уровень? У меня 29. А-а-а. Внимание, сейчас телефон выключится, будет классно вообще. Я знаю. Да бля! Постоянно на... Ну, спи на зарядку. Да ну, все, ВП, да? Да, Боди. Не, успею. Фу. О, у Боди там телефон присоединяется на зарядку. Да. Отлично, мы его убили просто. Бай, скажи Г. Г. Доби. ГГ, блин, ты меня. Почти в полете. Я эхо чую. Эхо, я эхо слышу, пацаны. Ай, блин, убили, пацаны. Убили, пацаны. Блин, стоп, ух ты, бля. Неожиданно. Да, неожиданно. Кстати, ребята, вы проигрываете, вы понимаете, против меня. Я буду ржать. Ай, блин. Ну тут, ну тут против, ну тут капец просто. Ребята, да, это лайк однозначно за этот ролик. Отлично. Ну что, запрещал? Я возьму другую снайпу. Что? Я другую снайпу. Ай, блин! Билли. Что? Ребята, а что если вот так сделать? Что? Отлично. Отлично. Да ё-моё. Да ё-моё, блин, убивай. Убивает, пацаны, как страшно, как страшно. Не выжить нам. Вот да. Да вы как какие-то... Ой-о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 й
какие же вы. Ну я на самом деле шучу. Не обижайтесь. Бодя, подохни. Что, как ты его? И тебя тоже. О май гад! Что там делаешь? Мне кажется, мне кажется, Крусталин здесь самый адекватный. Да? Я прав? По крайней мере. Ну да, самый адекватный. Вот ты самый Лёрик. А ты Додик. Бля! Салам алейкум. Знак крысить правильно. Салам алейкум. Салам алейкум. Монах, Лёлик. Я разносил. Супа, ты додик.
О! Как-то против вас легко играть, если честно. Это твою же дивизию, твою мать. Я 12. Ребята, походу Маджангер М немного того уже разучился играть. Ну, он крыт. Он как всегда своего ножа. Ринь-ринь, и все, убивается. Твою мать! Ну подумайте, СВМ убил, а сейчас я его убью с координат. Видите, да, ребят, сейчас я убью. Ну, давай, Крис. Что ты ржёшь? Ты чё такой жёсткий? Давайте 50 сделаем счет мой, и я закончу на этом видео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Салам алейкум, алейкум ассалам. Да, и ушел. Хочешь прикол? Два патрона. Не надо прикол. Давай, давайте три, давайте три, три очка осталось. Давайте, мы должны затащить. Ребята, ребята, мы затащим. Да все равно, с ножа сейчас тебя убью, и все отлично, хоть играй. Крусталин, поддайся! Я уж чуть играл. Нет, Крусталин, иди сюда! 49 очков. Нормально, ребята. Мне кажется, это самая лучшая дуэль на моем канале, наверное. Я сам охренел от нее. Я в шоке просто, ребята. У меня топов FPS было 20. Что? У меня 20 FPS. У тебя? У меня 30. У меня 60, алло. Бля, мне бы... Помощнее телефон. Ну да. Да, у него iPhone 5. Ладно. Ладно, ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на их каналы, смотрите их видео, а также подписывайтесь на все мои соцсети. Ладно, ребят, всем пока, до новых видео, ребят. Пока! Пока.